Сунулай эфенди. Третий визирь, Лала Мехмед Паша. Повелитель уже и спросил фетву на казнь своего брата. Шейх Улислам эфенди знает ответ на этот вопрос. Правила известны. Когда-нибудь он это сделает. Шехзаде Мустафу казнят как брата повелителя. Так и будет. Это вовсе не блажь, это главный закон Шахингерии. Иначе наше великое государство охватит злая смута. Командующий флотом Джигализаде Синан Паша. Тот, кому достается султанат, избавляется от всех своих братьев, дабы уберечь государство от смуты. Улеманда! Шейх Улислам эфенди, мои паши, подданные! Я султан Ахмед Хан. Этот великий день моего восшествия на престол не запятнаю кровопролитием. Я никогда не приму брата убийства! И поэтому дарую жизнь Шехзаде Мустафе, моему единокровному брату! Да здравствует повелитель! Да пребудет с ним сила! 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 Смотри, кому достался трон, Мехмед. И это когда есть мы. Наследники Чингисхана, потомки великого и могущественного рода. Шахин, помолчи. За такие слова нас казнят. Кого казнят, а кого нет, на небесах все решено. Я раб Всевышнего. Так ты обучала нашего внука традициям династии. Повелитель должен молчать во время восшествия на престол. Простите, София Султан. Он еще так молод, разволновался. Клянусь, он обдумает свое решение и поступит так, как надо. Халиме, сейчас же возвращайся в свои покои. Да, Ахмед отказался от убийств. Я тоже против того, чтобы гибли столь малые дети. Но таковы законы государства, госпожа, по нашим традициям. Ты вздумала меня учить законам и традициям, Хандан? Речь идет о будущем нашей династии. Повелитель еще очень молод. Он пройдет обрезание. А потом он выберет самых красивых наложниц из гарема. И в тот день, когда одна из них подарит ему Шехзаде, будет отдан приказ, и его брата казнят.
Это понятно. Жители города! Слушайте и не говорите, что не слышали! Наш повелитель султан Ахмед Хан взошел на престол! Что с нами теперь будет? Мальчишка! Как нам жить? И что теперь будет? Слушайте! Жаль, постарше не нашлось. Падишах наш не правил в Санджаке, это правда. Он неопытен, это так. Но сегодня он вынес такое смелое решение, что земля содрогнулась под ногами. Он даровал жизнь шейхзаде Мустафе, своему брату по крови. Благодаря его приказу мы больше не будем никого хранить, а шейхзаде перестанут жить в вечном страхе.